Касайся иероглиф моих одежды, залатанные ветром, что несу я в зажатых ладонях. Меня не спросят, и я не отвечу. И как приветы битвой, решительной битвой, стою у каждого перекрестка. На море асфальта я вижу свой берег, свою голубую россыпь. Пиздец. Это было первое соображение, когда я просыпался в те времена. Позже вспоминал, что я на земле, и уже взрослый, женатый мужчина, в чине лейтенанта. Благодарю вас. Чудно, чудно, чудно. Довольно играть и смеяться, не пора ли мужчиною стать? Наконец во мне ветра спасятся, сейчас настал, должен ты воевать. Распростись ты с духами, с помадой. Душа моя сидела на дороге и постоянно язвила по любому поводу. Все безумствуешь? Делом бы занялся. Давай, может, историю какую сообразим. Ну, предположим, появился некий мифический герой. Судья. Арбитр. Эдакий демон. Че молчишь-то? Голос. Супруга моя, Анна, была самая лишняя женщина в мире. Это мне нравилось, поскольку основной задачей было отработать оставшуюся неделю практики в городской прокуратуре и смыться из этого чокнутого города. Слушай, а где вещественные доказательства? Ты выкурила опять вещественные доказательства? Во внутреннем. Да. Я все отпечатал. Дело дерьмо. Последнее и такое дерьмо. И что, никакой зацепки? Тебе дадут каску, поставят на перекрестке, и прохожие пионеры будут кричать тебе околотушно. Да пошел ты. Я тебе советую. Пойди к начальству и скажи: я офицер, я рожден для подвигов. Пошлите меня на горячую точку планеты. Ну? Ты, главное, не переживай. Это бывает. Как говорили все мои покойные начальники, будь проще, и к тебе потянутся. Потому что лучше быть одному, чем раздваиваться. Лучше раздваиваться, чем расстраиваться. Но лучше расстраиваться, чем четвертоваться. И запомни главную мысль. Пуля дура, а штык молодец. Я вас умоляю, Владимир Иванович. Да, был и я молодым. Давно. Что там у тебя? Освободят через час суд.
Никто ничего не видел. Единственный свидетель утверждает, что жертва садилась с рыжим монахом в такси. Да, еще характер повреждений такой же, что в предыдущем деле монаха. Бритвенный порез. Но у них железное алиби. Ну и что, ты думаешь, это они? Вариантов нет. Ладно, пойду. Опоздаю. Да, я. Бритвенный порез. Старику коллеги я не доверял, поскольку считал себя представителем шестой расы. А от него постоянно воняло вьетнамским бальзамом, коим он перебивал запах перегара. Время было чудное, сплошное вырождение. Даже бандиты походили на переточных комиков. Да, да не эту, вот там, ай, справа, глаз нет, что ли? Ну, что? В тюрьму, начальник? Вот, вот эту, весь мир тюрьма. Да-да-да, давай, неси. Да, ты помнишь, что у тебя до первой подписки о невыезде? Я волнуюсь. Все помню. Ах ты гад, сволочь, подонок! Я тебе... Что за жизнь, сплошные эмоции. Запомни, старик, вечером упадешь, шею сломаешь. Но. Все равно подохнете! И очень даже скоро! Ладно, увидимся. И адвокат вам мне поможет! Арбитр вас казнит! Владимир Иванович, звонили мне? Да, как я и говорил. Вот еще, кто такой арбитр или что такое? Арбитр. Да нет, ерунда, в голову запало. Смотри сюда. Раз, два, три. Давно? А, час, полтора. Что-нибудь особенное? Бритва. Хотя... Что? А странно, никаких следов борьбы. Спал, держали? Не похоже. Утром узнаем. Угу.
Салют. Здорово. На, перекинул на флоп. Ну и как тебе? Жуткое дело. Никаких следов. Пришли, бритвы по горлу и все. Угу. А чё так долго лежал? А здесь всегда пусто. Там гаражи, там какой-то склад. Забор. Угу. Хорошо. Андрей, ну и как вы проводите свободное от работы время? Как древнее. Он покушался разделять наслаждение, не облекаясь надменностью власти, но ценя сговорчивость дружества. Подвез бы? Да нет, я рожден для подвига. Ты плохо выбрит. О, кстати. Ага. Джейтан. Прилез. Ты че так припозднился-то? Не спится? Да, какое там. С постели подняли. А что случилось? Подследственного прирезали. Бритвой? Когда ж успели? Он тебе 15 минут назад звонил, хотел с тобой встретиться. Кто? Рыжий? Священник. Монах. Он. Голос как у пьяного, он тебя на треке ждал. А сейчас? Откуда я знаю? Это 15 минут назад было. Конец света. Ну, и что с тобой? Отчего так? Он где-то рядом. Я его чувствую. Угу. Кто рядом? Кого чувствуешь? Все время вертится вокруг. Чего-то ждет. Угу. Ты знаешь, что рыжего убили? Чувствую. А кто и за что? Отвези домой. Утром сам приду, все узнаешь. Ага. Упаришься здесь. Ну, все понятно. Я боюсь один. Он же где-то рядом. Кто? Арбитр. Кто он? Не знаю. А с чего ты решил, что это арбитр? А? Помнишь, полгода назад Антона Полуэктова кто-то в асфальт закатал? Полуэктов? Тот, что по делу о драке на Кирова проходил, убийство? Да, его оправдали. А после... А после суда брат того парня, которого Антон кукнул, пообещал обратиться к арбитру. Я говорил с Антоном где-то за час до того, как его... Он был в ужасе, постоянно болтал что-то о радио, о головах из асфальта. Не вижу связи. Есть связь. Помнишь, в чем его обвиняли? Да, он кого-то на стройплощадке, по-моему. Да. Да. В асфальт по уши. Ну? Рыжего бритвой? Да. Видишь? Значит, все-таки вы. Он. Рыжий. Мне нужно домой.
Мне нужно домой, завтра все узнаешь. Помоги. А друзей чего не вызвал? Не доверяешь? Они не помогут. И потом я уже пробовал, везде занято. И еще телефоны, все на улице. А я боюсь. Ты точно ничего не пил? Да пей его бутылку, не больше. Иногда я гордился собой. Ладно, я тебя подвезу, но с одним условием. А может, все-таки сразу к нам? Нет, нет, я к вам надолго. С друзьями попрощаться надо. Ну, как знаешь. Но запомни, я тебе все равно не верю. Клянусь. Ну, я все осмотрел, вроде никого. Спасибо. Вось обойдется. Слышишь? Девочка поет. Это вон в машине кто-то магнитофон забыл выключить. Ну, бывай. Господи, как мне надоел этот грохот. А мне надоело, что ты шляешься неизвестно где по ночам. Работа, Анна. Какая работа ночью? Тяжелая, изнуряющая. Жуликов ловить. Я же не виноват, что им по приколу ночью вылазить. Это классика, Анна. Зачем тебе это надо? Ты же неудачник. В школе ты учился плохо. Тебя выгнали из 3 институтов, как полного засранца и разгильдяя. Единственное, что ты правильно сделал в этой жизни, это то, что был панком. В детстве. Это твоя стихия. А на этой работе ты можешь рассчитывать только на то, что тебя убьют, или ты сам свихнешься. Брось эту работу. Ты же ничего не умеешь, кроме... А это очень немало, Анна. Ко мне, моя металлическая роза. Иди ко мне, мой хорек. Да? Вечер добрый. Это Роман. Ты что, одурел? Сколько времени?
По делу, собственно. Ну? Есть результат анализа. Твоего рыжего накачали какой-то дрянью за час до убийства. Скорее всего, сильный галлюциноген. Проверили квартиру. Точно, в пиве, через пробку иглой. Точнее, во всем. В сыре, в каше, так далее. Но он ничего, кроме каши, не трогал. Хотя доза все равно ломовая. Да, еще. Кто-то стер все записи на кассетах. Андрей! Ты смотри, все? Пока да. Ну и чем занимаешься? Собираюсь выполнить супружеский долг. Пиво, говоришь? Пиво. Угу. Пиво. Слушай. Ну, слушаю. Слушаю. Ты вчера на остановке кассету на фотоаппарате менял? И вспоминать нечего. Я с собой обычно две камеры вожу и перезаряжаю только в лаборатории. Техника тонкая. Лейка. Так нет? Нет вариантов. Эх. Это был обидный промах. Обычно я как собака чувствовал такое. Откуда-то возникла идиотская мысль. Прошляпил? Я тебя предупреждал. Ну ладно, дальше. Ты решил найти арбитра. Хочется подвига. Ну, естественно, непонимание семьи и начальства. Чё насупился? Улыбка. Ты не представляешь, до чего ты меня довела. Даже когда над моей головой свистели бандитские пули, у меня перед глазами стояла твоя грудь, твои бедра, твои стройные ноги. Я возбуждался на все. На светофор, на милицейскую мигалку. Это была истерика. Болтун. Ну же. Я тут, Андрюша, порылся и нашел твоего арбитра. Существует третий код. Велось следствие, но ничего толком установить не удалось. О нем, как выяснилось, все знают, кто в судах долгое время толкается. Легенда почти. Кто такой или что такое установить не удалось, работает профессионально. Нанимают обычно родственники или друзья пострадавшего. В общем, 18 трупов точно. И предположительно еще 62. Вот так. Почерк один и тот же. Копирует картину, по которому проходил преступник. Точнее, уже жертва. Короче, маньяк. Если что узнаю, расскажу. Завтра я на гостиной буду. После обеда. Брать доброхота из новых этих экстремистов. Анна! Эй! Владимир Иванович! Я все узнал! Дело в следующем. На арбитра можно выйти только через радиолюбителя с полупрофессиональной станции. Даешь запрос, получаешь ответ. Только
Два года назад КГБ пробовала запеленговать точку безрезультатно. Он все время меняет место трансляции. Машина! Скорее всего! Ему подсунули куклу какого-то уголовника. Ну, в виде заказчика. Его нашли через неделю повешенным в собственной квартире в туалете на ремне. Арбитр! Черт, он мне чуть ухо не отстрелил. Что там делают эти идиоты сзади? Нет, сам! В крови процент какой-то дури вперемешку со стимулятором. Поразительный эффект. Почему так? Наводчик в управлении, иначе никак. Вы уверены? Я давно живу. Значит, единственный способ выйти на него. Да, 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 частным образом. Без санкций сверху. Ты подумай. 80 человек отправлено на тот свет одной рукой и тишина. Неужели кто-то кроет? Иначе никак. А у вас есть кто-нибудь среди станций? Рома. Фотограф! Он не только фотограф, он еще и боксер и спецуниверсал по разного рода радиоприбочкам. Он талант! И голубой еще, как ясное небо. Ужас, а как нам удастся установить волну? Рома найдет. Куда он денется? Чего вы так уверены? У меня, понимаешь, сейчас осталась одна ерунда. Наркоманы, проститутки. Связи не вижу. Гомики. Выхожу в тираж, старею. Понятно. Сейчас у меня два дела. Три лифчика на веревке и гомики с Перми. Ромин возлюбленный. Эй, говнюк, одну секунду, дай сказать. А вы-то мне чего помогаете? Какая вам выгода? Эх, милая. Если человек всю жизнь занят одним делом, это дело становится его жизнью. Хочется уйти из жизни красиво. А заказ кто делать будет? Я. А на кого? На тебя. Умоляю тебя. Одну секунду. Времени сколько? Вышли в 6, значит сейчас 6:30. Ох, если бы ты знал, Андрей. Ай, как я ненавижу этот город. Ага. Вот здесь распишитесь. Давай. Да, и время. Время. Здрасте, товарищ майор. Здорово. Ну, ты хочешь сказать, что ты проститутка? Ну. Ну что же, Андрей, вернем городу невинность. По-отечески. Ну-ка, вставай. Вставай, вставай. Вставай. Так. Заявку написал? Да. Целый день сочинял. Нам бы людей еще в помощь. Будут люди. Откуда? Специалисты высшего класса. На, этот арбитр всем поперек лодки. Пойду я, а то пока мы тут развлекаемся, меня мотоцикл украдут. Отцу скажи, отказался я. Опасно это. Отец сказал, что если будете дрейфить, за арбитра вдвое. Вот зараза. Ну скажи, договорились. Иди отсюда! Рад. Припозднились. Прошу. Холодно, слушай.
Да, ты хорошо устроился. Выяснил, а? На какой волне он работает? Выяснил. А вы подставу нашли? Да, мы реально. Как реально? Да. Андрей лучший вариант предложил. Мы на него заказ сделаем. Арбитр придет на приманку. Это самоубийство. Тебя зарежут, как поросенка. Накось, не успеет. Я постараюсь. Ты героический мужчина. Все равно целоваться с тобой не будем. Чувствую опытную руку. Есть грех, но я тебя не изнасилую. Я юноша романтического склада. А вот и люди пришли. Привет, детки. И за мной. Осторожно, тут ступенечки. Роман, что такой свет в прихожей? Вот знакомься, Андрей. Лука. Золотые руки, все замки наши. Микольцу и Штиф. Урки, что ли? Специалисты. Ага. Владимир Иванович, мне нужно с вами поговорить. Угу. Ну? Ну что, вы с ума сошли? При чем здесь уголовники? Успокойся, Андрюша, других нет. А эти нам помогут. Эти хотя бы будут делать только то, что ты им говоришь, и не больше. Им даже рот запрещено открывать. У уголовника своя дисциплина, получи военный, так что успокойся. Пошли. Роман, вот информация, которую ты выведешь в эфир. И предупреждаю, вы будете делать только то, что я говорю. Понятно? Когда мы убедимся, что заказ принят, я найду место, где буду постоянно находиться, якобы дежурить. Вы неотлучно будете рядом. Ты, Рома, тоже. Вы, Владимир Иванович, в прокуратуре. И всем без исключения, кто будет звонить и спрашивать меня, вы будете говорить, где я нахожусь. Я уверен, что если арбитр не найдет меня дома, он попробует навести справки на работе. А спать я найду где? Зачем искать? Живи здесь. И удобно, и уютно. А главное, безопасно. Хорошо. Ну вот. Итак, местом дежурства предлагаю лунопарк. Там часов это к 7. Никого нет, просторно, тихо, есть где спрятаться. Удобно. Гайморит? Да нос распух. Их пахан огорчил. Ладно, осмотрим парк. Слушай, осмотри окрестности, где можно людей поставить, дворы, переулки. Хорошо. Ага. Владимир Иванович, оставите здесь за меня, меня шеф вызывает. Встретимся вечером у Ромы, не буду. Можно? Ты сукин кот. 2 года. Действуешь мне на нервы! Нет такого дела, которого ты бы не завалил! Эти вонючие подонки, друзья твоих подследственных, устраивают демонстрации рядом с управлением! Мне каждый день звонят из центра! Если в течение недели ты это не прекратишь, я вылетишь вон отсюда! Хотите, по спинке постучу? Вон! Ты уже взрослый человек и должен сам решать. Но мне кажется, 5 лет института, 2 года работы, а это стаж, глупо терять. 7 лет коту под хвост. 7 лет на измене, маман. За 5 дней осталось. Меня все равно выгонят.
Лучше я сам уйду. Да. Твой отец такой же был идиот, как ты. На старости лет волосы отпустил и умер, как алкоголик. А видел ли ты, мама, Нагайскую бухту? И как восходит солнце над Эльбрусом? Перестань кривляться. Бесчувственный ты человек. Старуха его воспитала, а он ни разу у родной бабушки на могиле не был. Маман, помилуйте, с чего вы вдруг это вспомнили? Сметану будешь? Не. Слушай, а рис 1 к 3 возьмешь? Я завтра в пансионат сваливаю. Ну нет, так нет. Скажи, ты что, действительно решил с работы уйти? Но как? Неужели ты не понимаешь, сколько таких было, как ты, и чего они добились? А что нужно, чего-то добиться? А что нужно? Жить нужно. Жить. Мама. Ну как? Заказ принят. Стандартный ответ. В течение недели. И так далее. Чаю? Не, я поспал бы с удовольствием. Конечно, конечно. Ложись. За 5 дней выспишься. А ты крепко сложный мужчина. На-на-на. Не тушуйся, блондины не мой стиль. Я люблю высоких брюнетов. Был неправ. Бывает. Я тебя закрою на всякий случай. Звонок на стене, звонит у меня дома. Чё, почитать принести? Ну, что-нибудь ветреное. От меня жена ушла, шалунишку. Могу предложить только шалуна. Не, тогда Эдгара По. Угу. Актуально. Да, сигарет-то оставь. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет.
Андрей! 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 Так. Похоже, что он кого-то вызывает. Вот послушай. Система 28-42-19, арбитр 17-30. Думаешь, клюнул? Боюсь, что так, и будет не один. Вот смотри, сейчас 7 часов, ну, значит, завтра. Угу. О, а вот и он. Ну что? Чуть не помер со страха. Он все время... Ага. Он все время был где-то рядом. То радио запоет, то автоответчик на голову свалится. Ну, я надеюсь, вы за собой его не привели? Ну, какое там. Полгорода обежал. С трамвая в троллейбус, с троллейбуса в такси. 3 часа плутал. А пойдет он на это? 100%. Он понял, что подстава. Уже пошел. Если он не дурак, а он не дурак, значит, он понял не только, что подстава, но что власти ни при чем. А значит, охота. Охота? Это когда охота. А когда не охота, ну нахрен. Что, обделался? Да заткнись ты, педик. Опомнитесь, Владимир Иванович, опомнитесь. Ладно, 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 у меня хоть жена есть. Есть кому штаны стирать. Ну, старый козел. Молодой петух. Завтра в 4 здесь. А сейчас по домам чертовой матери. И урок с собой приводите. Присядем на рожку. Побежали. Было ясно, старик меня подставил. Роман жалел, а арбитр охотился. Но попал, подумал я. Ага. Короче, машина завертелась. Арбитр ищет тебя, ты и его. Скоро найдете друг друга. Подготовь речь. И не жри ты столько таблеток. Помнишь, как с Анной нехорошо получилось? И поехали. А ты уверен, что она не заглохнет на полдороге? Эту машину собрал мой друг. Гений. Вручную, естественно. У тебя не сортир, а музей. Экспонат санузел. Жалко пользоваться. Вы готовы? А Владимир Иванович когда будет? В 9. До половины он сидит на телефоне. А сейчас сколько? Как раз половина. Оружие у вас откуда? От верблюда. А это с хвостом где? Грохнули. Ну надо же. Отчего-то мне стало казаться, что я бессмертен. А ситуация приобретала ритуальный характер. Угу. Никого нет. Ладно. Я пойду по аллее,
Думаю, он появится. Если что, закройте выходы. Надо обойти. Верхом пройди с той стороны. Давай, 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 давай. А ты вокруг. И быстрее, умоляю. Пошли вниз. Думаешь, он здесь? Кто его знает? Вообще-то в управлении информация, что я заступаю в полночь. А у тебя откуда пушка? Папин. Трофейный. А. Дикое место. А сторожа точно нет? Владимир Иванович должен был его вызвать и отправить куда-нибудь. Угу. Не думаю, чтобы старик забыл. Кажется, можно. Я пошел, смотри в оба. Ну, с Богом. Нет его! Напугал, черт! Пошли внутрь. Ага. А что здесь было? Старый-старый цирк. Лучше ничего не придумаешь. Не говори. Да вы не смущайтесь, девушка. Ну что вы? Ну тут недалеко. Такие люди без охраны. Пошли. Андрей, кто-то идет. Двое, кажется. О, старик появился. Девчонку какую-то тащат. Андрюша! Андрей! Мы здесь! Давайте ну-ка, сюда! Сучка, иди со мной, со мной, со мной! Кому сказал? Ну-ка, вот и все. Вот и пришли. Что, так и будем здесь сидеть? А это кто? Ворот послась. Взял с собой на всякий случай. Кто вы? Что у ворот делали? Да я спрашивал, молчит как рыба. А вы хороший мент. Хороший мент. Это мертвый мент. Пристегните ее куда-нибудь туда. Да, девушка? Ну-ка, пошли сюда. Подожди. Эх. Мамуль, ты думай, что делаешь? Я уже старый мент. Ну-ка, давай сюда. Вот так. И вот так. Ну, что, зайчики? Владимир Иванович, а мне кто-нибудь звонил? Только Анна уже давно. Анна? Первая позвонила? Да, вроде она. Ну и что вы ей сказали? Ну, как условились. Так, ребята, я понял. Он нас, кажется, переиграл, он был уже здесь. Дверь! Шакалы!
пристрелю твою суку! Считаю до трех! Раз! Два! Не торопитесь. Жду. Поговорим. Со мной? Нет. Андрюша! Да? Он хочет с тобой поговорить. Это ужас. Но дуло будет на лбу. Без оружия, по лестнице и вверх. На, подержи. Это классика, Андрюша. Да ладно. Летавры! Нравится? Я придумал. Мне пришло в голову, что, готовясь к бою, переборщил с успокоительным. Я чересчур успокоился. Мне нравилось. Я отдался этому чувству. Зачем вы так? Они же боятся. Они должны бояться. Они заставят бояться всех. Тебя нет. Я отдельно, но у меня есть друзья. Есть больше. В моем больше. С моими друзьями все в порядке. А в моем нет. И, как водится, Ария. Мою жену. В день ее 25-летия, в день рождения. Изнасиловали и зарезали. Труп нашли на другом конце города. В реке. Я ей хотел в этот день подарить веер. Она увлекалась Востоком. Но веер не подарил. Дорого показалось. Позже, на похоронах, я увидел девочку за оградой. Она подошла ко мне и подарила пачку фотографий с моей женой и чей-то обратный адрес. В руках у нее был веер. Тот самый. Забавная ситуация. Не правда ли? Что это были за фотографии? Я умираю от этой музыки. Моя жена была извращенка. Что за позы? Море фантазий! Как водится, я уволился, фотографа зарезал. И пошел к адвокату. Изложил суть дела. Он нашел его простым и показал стопку дел. Дела были закрыты за отсутствием улик. Он уверил меня, что мои дела идут отлично. Я взял одну папку, раскрыл. И как ты думаешь, что я увидел? Девочку. Да-да, ту самую девочку с веером. Только без веера и без головы. Ей отрезали ее два молодца. Изнасиловали, естественно. Угадай теперь, о чем я подумал? О двух вещах. О фотографиях в моем кармане. И о том, что им нужно... помочь. И что я должен был сделать? Вот ты что бы сделал? Правильно. Пил крепко, самоотверженно. На третий день меня нашел незнакомый человек и предложил то, от чего я не смог отказаться. Он сказал, вы же военный, вы сможете, а я нет. Это целесообразно. Только сделайте это красиво. От души. Я беру грех на себя. Я палач, малыш! В каждом городе должен быть свой палач! Какая музыка? Да, плюс ко всему, мои клиенты хотят зрелища. И дают за это деньги. Я их беру. Знаешь почему?
потому что у меня возникает иллюзия, что я на службе. Да, складная история. Ну и когда это все кончится? Каждому из моих клиентов я даю возможность посмотреть в глаза своей жертве. Свет адреналина успокаивает меня. И вот когда его я не увижу, все закончится. А что со мной? По заданной программе. А она будет неожиданна. Подарок. И по случаю. Прощай, прощай. И помни обо мне. Было что-то очень родное в его восторге от происходящего. И тогда я осознал, что видел последнего человека времени. И он был палач. Ну надо же, мать вашу. Все, он нас отпускает. Угу. Освободите ее. А мы уж думали тебя там. Ага. Ужас, три трупа. Мотаем. Согласись, элегантный мужчина, целое представление. Ему очень страшно, он боится, что ошибается. Такой грех. И еще эта девочка. Она его любит. А он пробует в себе разобраться. Но... Ты извини, что настроение такое, ну, скажем так, всякое. Не проникся? Mm-mm. Он был полон укоризны. Ну, хорошо. Извини. Больше не буду. Помоги. Меня тошнит. Как себя чувствуешь? Прекрасно. Я наврала. Вовсе не тошнит, а мутит. Да, хотела спросить, ты мне денег не дашь, и я должна. Возьми. Ну, ты же знаешь, где они лежат. Неудобно. Ты и так за все платишь. Зачем ты об этом? Ладно. Странная квартира. Ты говорил, что здесь твой друг жил? А кто он? А, впрочем, ладно. Не могу поверить, что у тебя были друзья. А с чего эту бутылку принес? Новый заказ? Нет. Праздник. Меня отпускают.
Почему не живешь со мной? Не могу. Не могу. Ночь. Почему всегда ночь? По логике. По логике я не могу. Ну, с этой логикой сдохнуть можно. Мне только по паспорту 17, а внутри, как у старухи, черным черно. Мы с тобой другие, чем все. Ведь кроме меня у тебя никого не может быть. Верно. А как же тот? М? Тот умер, а мне рожать надо. Ладно, пойду приведу себя в порядок. Я тягостных сомнений, Андрей. Почему? Не надо нам было его оставлять. Да ладно, пусть старый отоспится. Кстати, напомни, в 11 ему надо позвонить, разбудить. Хорошо. Коварный. Да? Ничего, объявится. Обязательно объявится. Да уж. Только теперь дороже. Я такого страху натерпелся, 3 дня отпиться не могу. Да уж, милый. Что? Да сейчас бутылка вонючего джина 4 Кати. Ты что говоришь-то? Ну, конечно. Ну, что ж теперь делать? На том свете. Ну, я думаю, в разумных пределах 50, наверное. Да, а как же? Ну, пока, прощавай. Целую, паскуда. Включить музыку? Заводи. За твой отпуск. Надеюсь, за увольнение. Потанцуем? Пошли. Смотри в зеркала витрин модных магазинов. Какой ты, оказывается, неуклюжий. Последний раз я танцевал за 2 года до твоего рождения. А ты следи за ногами. Смотри-ка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, что? А? Мне пора. Куда? На свободу. Деньги знаешь где? Уезжай отсюда. Мне очень тяжело с тобой. Было.
стоять, по клавишам твоего клавесина. Девочка подросток, запахом клавесина. Девочка подросток, запахом клавесина. Золото волос и лазурь глаз, цвета предопределенные, этой расе назначено было создать солнечный культ священного огня и внести в мир тоску по небесной родине. Позднее белая раса попеременно то восставала мятежно против неба до желания взять его приступом, то простиралась ниц перед его славой в безграничном обожании. И что, ты в это веришь? Шикарная история. Каждому свое. А, ты все о Гитлере? Он одержим своим воображением. Утро. Глаза лопнут. Черт-те что с этой сменой дня и ночи. Охотник звонил? Да нет пока. Хорошо. К себе пойду. Алло? Как спалось? Я крепко сплю. Волнуетесь тоже? Я рядом. Ничего приятнее придумать нельзя. Откуда вы узнали, что я здесь? Мне сообщил твой старик-приятель. Кстати, я им недоволен. Взяточник, притом мелкий, за мою ликвидацию 50 тысяч. Несерьезно. Что с Владимиром Ивановичем? Ничего. Пока ничего. Сейчас я его буду судить. Да, мы с ним совсем рядом. Правильно, правильно, выгляни. Выгляни в окно. Роман! Роман! Что случилось? Слушай, он внизу, он только что Владимира Ивановича угрохал. Давай, следом. Видели кого-нибудь? Вон туда парень побежал. Роман, Роман! Роман! Он будет жить. Ты счастливый человек. Фото на пропуск в небо. Ты очень счастливый человек. Надо же. Товарищ лейтенант, что с вами? Да, ничего. А где машина? Что? Машина, откуда стреляли? А я не знаю. Когда я сюда пришел, здесь никого не было. Ну, надо же. В часы попал. Хотя, если честно признаться, я догадывался. Рому жалко. Да и арбитра тоже. Давай его отпустим. Он так ждал этого, пусть умрет. И мне надоела эта история. Пора ехать. О, что это было? Сейчас к тебе прилетит.
обратном порядке во всех мелочах до малейших. Хотя машины с такими номерами не обнаружены. А прожектора куда ставить? Не знаю! Не понимаю, почему милиция должна этим заниматься? Второй пост, пожалуйста. Звонили из Северного. Там полчаса назад кого-то обложили. Заперся фотоателье, отстреливается. На приказ выйти не подчинился. Сейчас штурмует. Ужас. Машину скорее, это он. Передай, чтобы без меня не начинали. Восьмой, пожалуйста. Он первый начал. Вон, мигалку у наших разбил. Ну и, конечно... Очень складная история, подумал я. Но здесь мне всегда не нравилось из-за того, что первый рождал второго, а тот делал первого последним. Я и так первый, и у меня есть мир. Мой мир очень красивый. В нем нет противоречий. В нем никого нет. Товарищ лейтенант, ребята мотоцикл с вещами и кролика привезли. Кайф. Светает. А правда, что вы уезжаете? А дальше что? Дальше тишина. В нем никого нет, кроме меня. А я сижу на дороге и думаю. Знаю. Вот так и уехал. Давно это было. Ну ладно, поскакал я.
мое имя, стершийся иероглиф моей одежды, залатанный ветром, что несу я в зажатых ладонях. Меня не спросят, и я не отвечу. И как перед битвой, решительной битвой, стою у каждого перекрестка. На море асфальта я вижу свой берег, свою голубую россыпь. Не будет ответа, ведь имя мое иероглиф моей одежды, залатанный ветром.